Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам про новый зимний сезон, который продлится с 9 по 16 ноября. Ну что, поехали! В первую очередь зима встречает нас с тремя сезонными чемпионатами и одной сезонной выходкой. За первое место против драйватаров уровня непобедимый в командном автокроссе у подножия горы вы получите футболку Триал. За первое место против драйватаров уровня эксперт в спринт-кроссе в холмах Белой Лошади вы получите 5000 кредитов, гудок оркестр Казу и футболку День Мертвых 3. И за первое место против драйватаров уровня эксперт в спринте у Дэро энд Уотер вы получите 5000 кредитов, автомобиль Воукс Кэрлтон и костюм пришельца. Ну а теперь давайте расскажу вам, что уготовил для нас новый форзафон. Первое испытание называется «Суровая красота». Для его выполнения вам понадобится автомобиль категории «Героические кроссоверы». Ну а все, что от вас потребуется, просто сесть за руль этого автомобиля. Второе испытание называется «Генеральная уборка». Для его выполнения вам понадобится продемонстрировать технику «Мусорщик» 10 раз. А для того, чтобы выполнить эту технику, вам необходимо сбивать мусорные баки или мусорные контейнеры. Следующее испытание называется «Вглушь». Для его выполнения вам понадобится кольцевой автокросс, на карте он обозначен зеленым значком. Ну а потребуется от вас выиграть 3 заезда кольцевого автокросса. Последнее испытание называется «Просто царапина». Для его выполнения вам необходимо продемонстрировать технику обмен краской 10 раз. А для выполнения техники вам необходимо легонько толкнуть другой автомобиль. Ну а выполняются все испытания на героическом кроссовере. А теперь я расскажу о призах этого сезона. Как обычно, за 40 очков можно купить призовую игру, а за 150 – призовую суперигру. Также завезли две легендарных шмотки. Это тыквенная шляпа и маска клоуна, обе за 100 очков. Из обычных автомобилей в этот раз Porsche 911 GT3 RS за 175 очков. Ну а главный приз за этот варзафон – это Nissan Nismo GT-R LM Forza Edition за 300 очков. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий форзафон, который стартует 16 ноября. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий.